У нас на сегодняшний день в Хасанском округе начался учебный год. Все автобусы вышли на рейс в технически исправном состоянии. В Славянке была небольшая заминка в начале учебного года, но удалось решить, и все дети из Рыбака, из Нерпы, из Рязановки, со Старой Славянки приезжают в школу согласно расписанию. Остается небольшая, скажем так, проблема у нас по Зарубинскому автобусу. Водитель ищется, и я надеюсь, что в скором времени нам удастся и сухановских детей тоже подвозить, как положено, в школу.